Крылаты символ наступного года выбраны у Беларуси. Птушкой 2020-го объявлены глушец. Он относится до семейства тетеруковых. Усяго в нашей краине региструется до 9000 особин. Частей они сустракаются у полночных районах и на усходе. Дарэчы, амаль усё жыццё глушец проводит у одном лесе. Тому птушку часто называют патриотом. Глухарь ее назвали охотники, потому что интерпретация такая самая популярная есть, что во время своей песни весенний самец теряет частично слух. А с другой стороны глухарь, потому что в глухих местах живет. В России вот в тайге это довольно обычный вид, вот в Скандинавии, а в Польше практически исчез. Ранее птушкой года становились белый бусел, зязюля звычайная, книга у каудот, ушастая сова и иншая, а крылатый символ 2019 года – великий орлец.